каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Аппарат источает измененный Терри. Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь Геймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Мстители. У меня почти тут предфинальная часть игры под названием Линкор. Очень скоро нас ждет финал. Еще одна миссия и все, и она будет финал. С этой игрой мне очень будет интересно, какой же будет этот финал. И вообще будет просто шикарная, прикольненькая, очень интересная игрушка Мстителей. Кстати говоря, огромное всем спасибо за поддержку. Правда, я очень ценю ее. Вы помогаете развитию моего канала и меня. Мне правда очень приятно, что вы поддерживаете меня вашими комментариями, подписками и лайками. Я не против с кем-нибудь еще дружить. Я не против завести новых друзей, сказать, заводить новых друзей. Желаю всем приятного просмотра. Предфинальная миссия обещает быть очень даже интересной. А Наташа вообще просто огонь. Кстати говоря, подождите. Он был из... Я выиграл прикольный... Мне еще бесплатно дали прикольненький костюмчик. Просто так я вот зашел, когда только вот получился закат. Вот такой костюмчик получается. Но, скажу честно, костюм тут прикольный, да. Но мне все-таки больше нравится этот костюм. Он просто на Наташе очень идеально висит. Она просто выглядит с ним... В нем сногсшибательно, сексуально, так сказать. Даже хоть это игровой персонаж, но тем не менее, костюм ей очень идет. Так, давайте что-нибудь... Опа, ну-ка, что мы можем тут улучшить? Получается, эта фигня. Так, это у нас... Ну, давай тоже так же. Так, получается, тут максимум, тут... ну нет, не катят. Опа, вот та. Ну вот, Наташа вообще стала сильнее теперь у нас. Какая она красивая, да? Костюм, кстати говоря, вот, посмотрите, вот раз костюм сексуальный, такой прикольненький, вызывающий. Получается раз костюм, два костюмчик, вот получится три. Видите, получается костюм тот же самый, просто цвет меняется. Также вот, вот костюм еще мне дали бесплатно, культовый. Вот костюм и вот красный. Красный, ну эти три костюма одинаковые, но у них каждый цвет, и красный, так что больше идет. Изменен на молекулярном уровне, чтобы выявлять ген нелюдей и ого. Уничтожать носителей. Он убивает нелюдей? Линкор. Нихрена себе линкор еще. Ё-моё. Растворяюсь в тенях. Давайте быстро к этой турели. Ты же, он палит даже так. Опа, минус одна. У меня уже один ствол. Кстати говоря, давайте подпрыгнем. Ну-ка, ну-ка. Плохи дела! А сейчас будет у тебя плохи, да? На самом деле плохи. Очень даже плохи нужны жизни. А жизни нужны конкретно как? Нифига себе, как это предфинальная миссия, поэтому чему удивляться, что в самом начале погибаем, а? Спасибо, Тони, спасибо. Тебе еще ему костюм классный дали, но я за него не играю, я вам не могу его показать. Но костюм прикольный на самом деле, а? Правда, поэтому желаю всем еще раз приятного просмотра и спасибо вам всем за поддержку, хоть я это уже сказал. Кстати говоря, пока что в вопросе выиграть также Ассасин. Ну, кстати говоря, и один голос плюсом уже пошел за еще одну игрушку, Crysis Remake. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Не, погибать два раза я как-то не очень жаль, что да что такое я мажу, а? Капец я косил. Честно, я покосил капец как. Так, линкор еще, вдоль еще, опа. Есть. Тихо, мы почти поймели за немного кушечки ему, да? Где его тупые турели, а? Ой. Да подожди ты. Как будто ты летишь, придурок, а? Куба. Нифига себе, видели, как... А? Как человек-паук, Наташа, блин. Кайфа. Так, подождите. Опа. Е. Бэйба. Как эти тупые турели за мной не летали. Так, подождите. Во-во-во. Все. Сейчас запрыгну на линкор. Или не запрыгнем. Он как-то попасть наверх. Типа не зря Наташа выбрала. Так как у нее есть прикольненькие штучки-дрючки. Ой-ой-ой.
пока еще рановато эту фигню бить. Опа. Ах ты, сука такая, а. А, во! Во, теперь начнется. Так, бейте по особым местам линкора, чтобы вы не сожжете его. Агашки, понял. Ух ты. Ну что, это все трогали, помню, что же, сука. Во, теперь можно спокойненько бить, да? Или нет? Ладно, давайте раздолбаем такой линкор. Ой. Опа, видели, как мы его уже пожахали, а? Ай, Наташа, блин, огонь баба, а? Огонь мститель, просто идеальная. Ого. Добавим жару. Вот, блин, прикольненькая палочка, чавочка у Наташи. Так, подождите, а. Получится. Эти хреновины надо бить огневые. Свободен. Я зря это сделал. Отлично. Обнаружена уязвимость. Где, где? А я такой, такой, сука, жесткий, скажу честно, блин, такой большой кораблик, а. Уничтожающий, сука, людей, а. Считай, не люди, а обычными людьми со скрытыми способностями, а. Ой, вот и все. Ты сучок, а? А, сука, гребаный фигня, это против Халка, который... А забыл, как эта фигня называется, используется, а. Опа, я почти ему все пушки, помню, уничтожал. Так, подожди, линкор. Вот ты смываешься, а. Ты что, охренел, что ли? Мстители, общий сбор. Блин, сука, классная игра. Как мне нравится она. Стекая после прохождения Мстителей в финальной миссии, я начал допроходить Франка первый. А потом уже тот игрок, который выиграет. Пока что выигрывает Ассасин. Ну, еще не вечер, как говорится. Вопрос продолжается, поэтому пусть многие люди еще не голосовали. Посмотрим, какая же игра выиграет. Ой, что такое? Наташа. Наташа застряла. Так, подожди. Подождите, да ты заколебал, он пострелишь чему-то, да? Летаешь, летаешь, придурок. Где слабое место его? Этого линкора. Где его место слабое? А, у него слабое место, получается. Это хреновин, а? Давай! Во! Слабое место его, а? Давай, Наташа, мне нравится, и пистолет, он прикольный, а? Так, двух ствога. Так. О, класс, а. Сейчас мы его уничтожим. Чуть-чуть осталось, и линкор какают. Копит, копит. Копит, копит, блин. У вас получается. Конечно. Ух ты. Вау, меняются пушки, ее, блин. Двух ствог, два пистолета, один пистолет. Так, что еще надо уничтожить своего придурочного линкора? Давай, Джарвис, говори. Где, я не пойму. Так, ну тут мы полетали. Ага. Так, как ты туда, да? Так, что еще? Где еще? А, получился его глазик. Ну давай. Спорим больно. Ой-ой-ой. Так умирать нельзя. Давайте, мстители. Так, Тора, я сам. Ой. Кэп, я сам не потянул. Жизни нужны. Опа, и последний раз. Чисто. Что это такое? Надо доставить черный ящик на Химеру. Я там поковыряюсь. Ой-ой-ой. А, получается, мы сейчас на Химеру переместимся, да? Джарвис, я загрузил данные с военного корабля. Отследи место посадки. Вычисляю план полета. Темный Терриген. Тарлтон хочет нас убить. Мы должны что-то сделать. Он не может вылечить ни людей, и поэтому решил убить их. И это только начало. Сэр. Что там у нас?
Согласно плану полета, корабль прибыл из залива Сан-Франциско. Нет, это невозможно. После Дня Мстителей я летала над этой зоной десятки раз. Может, это фальшивка? Они хотят сбить нас со следа. Вряд ли. Остаточная радиация и минеральные отложения говорят о том, что корабль недавно находился в районе залива. И как его никто не видел? Военных кораблей тоже никто не заметил. Маскировка. Карантин. Закрытые и воздух, и море. Спрятал всех на виду. Именно. Сэр, мне удалось перехватить сигнал. Корабли. Их в Сан-Франциско сотни. Нет. Погибнут тысячи, если мы не вмешаемся. Значит, идем на их базу. Положим всему конец. Джарвис, проложи курс до Сан-Франциско. Сделаю, капитан. Итак, что ж, мы собираемся напасть на неприступную крепость нашего большеголового приятеля, напичканную роботами и военными кораблями. Мы же можем сделать это красиво, да? Да. Вау! Вау, прикольные костюмчики у всех, а? Шикардосные, особенно у Кэпа, а? Стойте, а вы не скажете эту фразу? Какую? Ну как же. Мстители, общий сбор. Знаешь, мы так не говорим. Да, ты расслабься. Ладно. Ого, нифига себе, тут просто город уничтожит, по крайней мере, это место, ого. Вау. Вау, Кэпа костюм. Да у всех костюмы классные, просто это кайф, игра. Сейчас я буду за Кэпа, скорее всего, играть, если это будет возможно, а? Ему костюм правда идет. Джарвис, ты нашел крепость? Сверяю радиационные излучения. А Джорджи времени не терял. Они прямо над тепловым сигналом. Отсюда им берет Терриген. Над, садимся. Мы с Камалой займемся главной вышкой. Торм, Тони, отключите столько генераторов, сколько сможете. Отключим сигнал, остановим корабли. Значит, по любому случаю здесь играю Кэпом, даже если получается, я играю Наташей, получается тут изначально в любом случае это миссия. Все будут играть Капитаном Америкой, вы понимаете? Это просто супер герои, блин, мне нравится игра, сука, не могу, а. Халк, расчисти путь. Паровой мост. Пойдемте, Мстители. Мстители, общий сбор. Так, пойдите куда? Так, побегите. Ой-ой-ой, не получилось. Повозите, первый раз не получилось. Опа-опа-опа, почти. Смотрите, как круто, да? Подождите, я хочу вот так вот встать. Опа. Даже вот так вот с Кэпом встать. Так. Ну, все, теперь можно бежать. Вау-вау-вау-вау-вау-вау, я понял, как прыгать, офигеть, да? Сами посмотрите, костюм Кэпа просто на самом деле идет. Я и в финале буду им играть. Бам! А им больше нет ангара. Или трех. Угомонись, Старк. Слушай, вообще-то не у всех в загашнике тысяча другая лет, Рапунцель. О, а он соскучился по тебе, Тор. Как будто только вчера мы вот так же собирались. Приковские шуточки, Кэп. Ну-ну. А на самом деле, знаешь, получается, конечно, Мстители общий сбор. Получается, можно, ух ты, в дополнение сделать именно это, а? Тварь, а? Как ты мудил, а? Тягай, может, что-нибудь Кэпу прокачать? Нет, костюм я не поменяю, костюм охеренный. Снаряжение или там, может, что-нибудь прокачать нам? Ого! Ну вот, видите, все-таки можно было. Так, получается, тут у нас хрен нас два. Ага, и увы, только одну фигнюшку можно было прокачать Кэпу. Но зато Кэп у нас все равно прикольный. И костюм Курт его выиграли, да? Он классный костюм на самом деле. Ладно, погнали. Так, ящики, не ящики, жизни, не жизни. Ах, тварь, а. А,
радостью, хоть я до финала, при финальной миссии, я хоть немного Кэпа покачал. Ты способна была бы биться. Ломаем генераторы! Других нелюдей не видать. Не отчаивайся. Они должны быть где-то тут. Ты, ты сука. Когда же появляются мои старые приятели? Это так трогательно. Видеть вас всех снова вместе. Вы снова упростили мне задачу. И сами явились на свою казнь. Что это такое? Гал, разберись. Роботы, которые светятся фиолетовым? Гарлтон? Он может управлять ими на расстоянии. Сначала займитесь этими. Окей, окей, Тони. Все мстители вместе, сука. Не понимаешь ничего тебя, а почему-то все вместе. Это реально круто. Так, куда нам идти? Ага. Вау, на самом деле круто. Твое время вышло, Джордж. Я иду за тобой. Оптимист до последнего вздоха. Ты умрешь с улыбкой на лице. Мстители, за мной! Пусть завидуют, что у нас есть гамма-монстр. А мерзость им на что? Разве он ручной? Стварь, а? Вау, вау, круто, да? Нифига себе, спасибо тебе. Вау. Огромное спасибо. Подожди, заходи. От кораблей исходит очень странный темный туман. Что это? Люди в панике разбегаются, крича и вопя. Кажется, этот туман как-то на них влияет. В людях будто что-то просыпается. Просто не верится. А им стреляет по ЛВС. Бежим отсюда скорее! Капитан Роджерс, мы убедили себя, что Терриген изменит мир. Я знаю. Мы ошибались, Джордж. Не зови меня так. Джордж слабак. Модок нет. Это не изменить то, чем мы стали. О чем ты? Силу невозможно сдержать. Теперь я понял. Ее нужно уничтожить. Нет. Потомки будут благодарны за эту жертву. Надеюсь, вы слышали. Разберемся с этой вышкой. И смычком. Я с ней. Я тоже. Здоровяк. На квинжете до передатчика не долететь. Шквальный огонь. Передатчик впереди. Но добраться будет сложно. Я буду следовать за Халком и постараюсь не разбиться. Здравая идея. Дай мне секунду. Я войду в систему. Ух ты. Ух ты, дрюх ты, а. А финал-то вообще шикарный на самом деле, да? Так, получается, опа. Так, ломаем. Кстати говоря, нет, это же, простите, не финал, пресс-финал. Что-то я тупанул. Финал, для финала нам еще осталось совершенно немного, конечно. Но... Ой-ой-ой, чуть сохрень, а. Давай. Так, блок щитом. А это я знаю. Откройте ту дверь. Есть. Следите за генераторами силовых щитов. Начнут мигать желтым. Вырубайте. Убить капитана Роджерса. Без него они не справятся. Эй, кажется, я его поняла. Эй, Хал, у нас подросток в эфире. Следи за языком. Все тщательно, капитан. Ты ведешь своих людей на смерть, как они тебя когда-то. И ради чего? Ваши фанаты не узнают, что вы за них погибли. Вот. Он что, записал настоящий злодейский монолог? 5 лет репетировал. Она уже говорит прямо как ты, Старк. С этим мы разберемся. Сильный Кьёвик, а? Как перед спинал, а пина-то вообще будет бомбический поход, а? Опа! Ух ты, ё-моё! Эй, прости, я же не такой еще сильный, а? Вон они!
Нифига себе, не сука-то, как я. Нет, правда, очень сильная. Опа, спасибо за авиак. Так, давайте разберем с этим мудаком, а. Так, опа, нифига себе, Хаук, я тебе помогу сейчас. И последний раз. Доступ к генераторам поля открыт, Кэп. Щит на тебе. Спасибо, Нат. Вау, видели в прыжке, да? Блин, я люблю. Честное слово, эта игра мне очень нравится. А? Кто бы ни говорил, не все будет фигню, но правда, охеренная игра. Так, нам получится то, что нужно. Ага, все, понял. Сейчас будет сделано. Получится эти фигни раздолбать, да? Ага, сим-сим. И скоро откройся. Защитный щит снят. Как дела с дверью, Над? Все время отвлекают от взлома. Ой. Тебе что, не весело? Вы тоже это видите? Адаптоиды! У них силы нелюдей! Вижу. У нас свое дело, у Кэпа свое. Да уж, блин. Мне и так с ними было трудно махать. Тут же труднее. Время героев пошло. Эта башка еще говорит? Серьезно? Тони, как сойдем, как всегда, свой репертуар, а? Да уж, надо зарядить щит. Вау. Вау-вау-вау. Хаук погиб, сука. Вдова, ты это видела? Видела. Я такая, бам! Тебе кранты, чувак! Камала. Надо собраться. Эй, я видел. Ты была великолепна. Спасибо. Да, можно и так сказать. Да, Камала, ты была шикарна, хоть даже и не видел. Достигаем, если сам Тони сказал, что Камала была великолепна, и ничего не давал, так значит она была реально великолепна. Так, последний раз. Сука, молодец. Ау. Сдох эта мразь конченая. А еще эта тварь. Ты, а? На Тора нападаешь, сука. Что нахер? Ты, а ты, сука. Обожаю я Кэпа. В финале Кэпом играть, представляете? Как лидер. А лидера надо играть. Вот то есть лидер. Опа, это он что не прибил. Хотя да, я бы его не прибил. Блин, легко не показали, я импост ему отфигачил, а. Ух, ёшки, да это. Значит, играем по-крупному. А было по-мелкому? Отвлекайте их, я почти открыла. Понял, понял, Наташа, подожди, нам что-то можно улучшить, Кэпу. А если так, то давайте-то апнемся. Как-никак, финал обещает быть даже, сука, очень жарким. Ага, дальний бой. Так, получается у нас тут. Ну ладно, воздержимся. А ну все, Кэп, погнали. Нужна помощь, Фабио! Для тебя принц Фабио! Уже в пути! Для тебя принц Фабио, сука! Кэпой! Как броня, выдерживай? Это ты так у меня спрашиваешь, не набрал ли я пару кило? Я не это имел в виду. А, сука, блин, 10 баксов, а? Что Тони на детоксе. Принимаю ставку! Без комментариев. Помогите, Тор, помоги! Спасибо за помощь. Ты суки. Делайте то, о чем потом пожалеете. Ты что, немного, сука, да вы заколебали, а? Опять, блин, да что ж такое-то, а? Блин, два раза погиб уже, сука, на одном месте читая. Ну, ё-моё, а. Ну, Дима, ну ты ваш шарик, а. Спасибо. Ух ты. Нет, да три раза это перебал будет. Ты достал меня, мудень ты тупой, а? Жизни, жизни! Оживить, оживить! Палка! Молодец, Тор! Тор, спасибо тебе огромное! Так, бежимся, получается, то есть побежимся мы?
О, побежим. Так, ладненько, все. Ух ты, сука, тут всякие хрени, а. Ого, мне все-таки нам нужно. Хватит, не нужно. Ну все, сейчас, еще чуть-чуть, и будет почти конец этой данной миссии. Блин, я не туда попадаю. Давайте, мстители, разберем так хрена бота. И со всей дури. На. Открыто! Романов, ловко тебе удалось проникнуть в мою компанию. Разве это не компания Моники? Кэп, он закрывает ворота. Я внутри. Халк, займись ими. Кажется, я в зале А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.